Турнир назывался «Московские звезды ушу». Это международный турнир. Это ежегодный турнир. В этот раз я второй раз участвовал. Первый раз это 2016. Именно в Москве имеется? Именно в Москве. Получается, первый раз я участвовал в 2016 году. Я в 2017 году не смог участвовать, потому что я учился в Китае, поэтому мне выезжать на соревнования было не так легко. В 2017 у меня почти что пустой прошло. Потом вот в 2018 самое первое соревнование, вот, получается, «Московские звезды ушу». Это очень хороший турнир международный, это очень хороший старт для тех, кто находится, ну, кто является членом сборной. Очень хороший старт, получается, турнир. Поэтому все мы там участвовали, да. Там никаких ограничений нет, поэтому все могли участвовать. Но это очень хороший турнир для тех, кто уже ездил там на официальные соревнования. Так как в начале года находится, ну, проходит соревнование. А соревнования проходили очень, ну, в таком уровне. Ничем не отличается от официальных таких соревнований международных. Соперники были очень хорошие, да, серьезные, ну, взрослые. Ну, в основном из каких, как всегда, это Китай, да? А какие еще? Китайцы были, только они по саньдо участвовали. А по нашей части, ну, русские, российские спортсмены, России, да, очень хорошие спортсмены. Но как-то удалось взять первое место. И было очень приятно, конечно же, стоять на пьедестале, стоять первым. Соревнования проходили на месте, называется Дворец Ушу московский. Очень хорошее место, очень хороший спорткомплекс. Там, так сказать, в моей подгруппе еще есть девочка и мальчик Абзал и Аня, которых я тренировал, и я очень сильно хотел, чтобы они вернулись с медалями. А первый раз они вместе выезжают с тобой? Да. Наверное, двойная ответственность, да? Да, и я очень рад за них. То, что Аня получила золото, Абзал с бронзой вернулся. Она первый раз ездила? Она вот второй раз на международных, Абзал первый раз ездил. Скоро вот у нас в марте будет чемпионат Казахстана по юниорам. Потом уже будет в мае по взрослым. Будет отбор на азиатские игры. Думаю, я буду, ну, надеюсь, что я буду участвовать и попаду в состав сборной. Только это все, да. Но старт был очень хороший вот в Москве. Ну, в мае еще будет там турнир по традиционному тайдзе. И надеюсь, туда тоже отберусь. Ну вот вообще такие соревнования вам, помимо того, что опыт нарабатываете, они что-то отдают, может быть, а вы общение, друзья появляются? Получается, да, у меня тренер шутит то, что каждый раз, когда в Москву, то, что я еду не соревноваться, а к друзьям. Так как, ну, я выступаю на международных уже года 4, и за это время, ну, друзей, так сказать, незнакомых, а именно вот друзей накопилось, ну как накопилось? Много. В Москве особенно. Впоследствии и, вы же, да, общаетесь уже? Конечно, да. Вот по приезду сразу же с ними выходим на связь и вот приехали. Чемпионат юниора на нас приходится готовиться, потому что проходит вахтал и получается ответственности больше. Угу. Так, и сейчас уже начались тренировки, да? Да, и тренировки, и подготовка. Как сейчас дела в школе стоят? Хорошо, очень. Сейчас нам привезли новые ковры, маты, на которых заниматься легче. Кто вам вообще помогал в такой поездке? Хочется сказать спасибо ДЮСШ, ШВСМ, Обуспорту, то, что помогли туда поехать, спонсировали. Бұл жарыс, Москва ұшыстар маған бірінші рет барған жоқпын. Бұл жарысқа мен осы қатысуым үшінші рет. Жарыс, халықаралық жарыс болған соң, ол өте маңызды жарыс. Бір жағынан көп елдер болып, саны бойынша 800 спортсмендер болып қатысып жатыр. 800 өте маңызды болып. Әрине, мен оған дайындалдым, бар күшім салдым. Алдынан мақсатым болғанмен қазақ елінің туын желбіретіп, әнұран шырқату үшін, бүкіл әлемге танымал үшін. Жаттығуда оңай болған жоқ, бір жағынан мен оқу студентпін, оқуым бар,
жаттығуым бар, бірақ сонда да тырыстым. Соның арқасында мен өз жеңісімді алдым, бірінші орын алдым. Жеңіп тұрмын. Мен ересектер арасынан жарыстым 18 жастан 35 жас аралығында. Мен өте 8 адам болдым менің подругамда. Жалпы жарыс қиын болды маған. Халықаралық жарыстардан үлкен жарысынан екінші жарысын, ересек арасынан жарыстадым, екінші жарысын. Біріншісінде Китайда болып, екінші жылы Москвада жарыстар. Мұғалімдер қалай жібереді сабақтар ғой? Мен уже бәрі таниды, сам директор бәрі уже біледі. Әрдайым жарысқа барған соң қағаз береді, мен асау бір жеңін апарамын, айтады. Сәт бірінші орынмен кел, бірінші орынсыз қайтпа дейді. Уже колледжде уже үйреніп кеткен, бәрі оңай жүре береді. Қатысы жоқ жағынан. Мен өзім қызыл диплом алатынмын, сондықтан қатты қиналмайды, мен сала жағына өйткені жетемін, үлгеремін, содан жүре береді. Сол копилкада неше медаль бар қазір? 90-ға жетіп қалды. 90-ға жетіп қалды.